Чай Липтон, очень хороший чай. Так, бычок я спрячу. Он очень бодрит. Этот рисунок напоминает известное сочетание листиков и стебельков, но это не то, что вы подумали. У нас только огурчики и колбаски. Ой, я показал свои лысины. А, вот камера, отлично. Значит так, мы видим колбаску, водку. Благодарность выносим Лене. Это водка... Чай Липтон, это сила. Так, когда ты его куришь? Да. Чай Липтон. Понимаешь, чай можно курить, чай можно запивать водкой. И к водке нужны такие огурчики и колбаска, плюс Ледерман. Ледерман — это сила, режет все. Поэтому только благодаря чаю Липтон мы здесь собрались. Арчер, отдай водку. Слушай, оставь, ты благодаря чаю Липтон, а я благодаря водке Мирная. Вот так, сволочь, пришел бухло. Мы рекламу чая снимаем. Отрежь Арчеру водки. Водку из кадра. Вот алкоголик Арчер пришел. Миша, у нас сюжет. Мы вот с закуской, с тостами, а ты пришел, сразу стакан налил. Блин, вот такое он у нас, Арчер. Пришел, да, и все испортил. Все испортил. Налил себе первый. Блеск, нарушил, Арчер, всю дипломатию. Никто еще не выпил даже. Пожалели. Вот такой он чай Липтон. Ты понял? Вставляй. Вот, а пил бы ты чай Липтон, и тебе не закашлялся. И не закашлялся. Да, оператору налили? Налили. Оператору. Куратору. Императору. Колбаска оператора очень хорошо подходит к чаю Липтон. Особенно в сочетании с добавкой. Здесь, ты очень много говоришь. Мне дай камеру, это все.